Песня «Думал», наша совместная работа с «Удалов», это песня про измены, только в этой песне мы не поем с позиции жертвы. Мы просто поем о том, какие мы крутые, вот ты мне изменил, ты еще не понял, кого потерял, а вот я тебя изменил, потому что я не хочу делать выбор. И то есть это немного другой взгляд на измену, на вот эти вот, на вот эту боль, которая внутри. Вы послушайте трек, вы поймете. Вообще Клава писала мне разок как-то до этого, закидывала демочку на даму. Да, и он очень меня некрасиво ответил, я думаю, прости. Какого придурочный, я так и не извинился. Там была строчка про чокер, что-то расстегнул чокер, он говорит, я расстегнул чокер на песне. Песня скучная, типа, да. Я такая думаю, как вообще этот парень мог мне такое написать, думаю, ты крыса. Потом мы с ним виделись в такой-то премьере, но уже смотрю, он более адекватный, кажется. Вот. В жизни. Да в интернете все вообще, если честно. А потом оказалось, что парень-то неплохой, и бассейн чистит неплохо, в общем-то, вот как-то не спели. Я чекнул треки, у тебя, я правильно понимаю, это первый фит с девушкой, да, в твоей карьере? Ну, ты как-то серьезно к этому относился? Ждал именно Клаву или как-то так само вышло? Блин, на самом деле, это круто вообще, что у меня теперь есть фит с девочкой, потому что до этого, знаешь, как будто мне бы пришлось что-то самому придумывать. Я бы сидел такой, блин, вот сюда как будто девочку хочется, а тут меня девочка позвала на фит, и я рад, понимаешь. Сделала все сама. Да, очень быстро как бы сложилось. Это круто, когда она делает все за тебя. Твой предыдущий фит с рэпером закончился смачным засосом на яхте. Ты готов? Я готова. Готова ли ты? Я думаю, что... Чем это можно переплюнуть, явно же? Я думаю, что вообще не надо переплевываться. Чё? Плюнешь мне в ротик? Нет.